В Абадском районе сегодня введен режим ЧС. По данным утренних измерений, за сутки вода в реке Ишим поднялась на 69 сантиметров. Теперь ее уровень 916 сантиметров. В райцентре 145 домов подпадают в зону подтопления. Местным жителям предложили вывести имущество и эвакуироваться самим. Большинство согласно. Дамба в Абадском уже укреплена. В районе от большой земли оказались оторваны 6 населенных пунктов. Ситуация под контролем. Жизнь там продолжается. Значит, во всех населенных пунктах работают службы медицинская, охрана общественного порядка. Представители МЧС там присутствуют. С завтрашнего дня будет работать переправа. Населенные пункты обеспечены продуктами питания на 2 недели.